Пройдем очень интересный квест, найдем уникальнейшее оружие. Сегодня, друзья, Fallout 4. Всем привет, меня зовут Сайгерой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Мальчики и девочки, у меня есть видео «Братья Бури» или «Легион». Зайдите, зацените и поделитесь вашим мнением. Ссылочка внизу, потом обязательно зайдите. Ну что, друзья, вот наша локация. Называется она «Военный блокпост Южного Бостона». Здесь есть вот такой вот фургончик. В него мы и заходим. И находим убитого Валета. Что у него можно найти? Записка стрелка Валета и первая подсказка сержанта. Сначала все берем и читаем записку. Предметы разные. Записка стрелка Валета. Давайте ее прочитаем. Поначалу я отказался в это поверить. Да, сержант вел себя странно, но если жизнь дерьмо, то такое с каждым может произойти. Мы пятеро служили в одном отряде Semper Fi, братья по оружию и вся эта хрень. В общем, мы были неразлучны. Но когда я увидел его записи, то уже не мог его защищать. Сержант что-то припрятал. Наверняка это что-то ценное. Настолько ценное, что он даже не мог сказать, что... Конечно, теперь он уже ничего не скажет. Дама перерезала ему глотку. Так что теперь придется использовать подсказки, которые он оставил сам себе. Ну, по крайней мере, ищем мы их все вместе. Жадность заразительна. Но ни у кого из нас ее симптомов пока нет. Туз сказал, что похоронил сержанта как предателя там, где до него точно доберутся дикие гули. Еще он сказал, что двойка и дама хотят устроить встречу в брошенном трейлере недалеко от дороги. Хорошая мысль. Нам четверым стоит держать это в секрете. Ага. Ну давайте теперь подсказку почитаем. Первая подсказка сержанта. Ну-ка. Я уже несколько месяцев запасаю добычу, утаскиваю ее по ночам, и никто ничего не заподозрил. Хм, правда, это было несложно. Они умные, когда нужно, но если дать им шанс отдохнуть и повеселиться, то мозги у них превращаются в кисель из дерьма. Так как в пустоши легко заблудиться, я написал кучу подсказок, которые мне помогут. Первую подсказку я спрятал в красной ракете, к северу-запада от блокпоста. У меня там шкафчик подключен, открывается с помощью парочки звонков. Главное знать, сколько раз нужно звонить в колокол. Но, как говорит дама, риск – благородное дело. Единственная подсказка, которая тебе нужна, это татуировка на ее лице. Просто сосчитай листья и сыграй ее песню. О как! О, как, друзья. Деркитус, все нормально. Так. Нам нужно выше. Ага, только красная ракета не отображается. Но, по-моему, я ее вижу. Да, вон она. Вон она, друзья. Пойдемте. Тут рядышком. Совсем-совсем рядышком. Так. Я как будто кого-то увидел, действительно. Кто-то тут есть. Ага, робот. Вау. Вау. Воу. Да, друзья, обожаю Fallout из-за этих красивейших взрывов. Два ядерных блока. Неплохо. Ага, есть еще враги. А вот наш колокол. Ладно, сейчас я посмотрю, кто тут. Вау. Гонча. Нужно сыграть ее песенку. Так, вроде бы все нормально. Ее песенку. Вау. Дама, татуировка на лице. Так. Ну-ка, так я посмотрю. 13 раз. Не-не-не, там было сказано, сколько листочков. 1, 2, 3, 4 листочка.
Также у нее есть записка стрелка дамы. Симулятор. Угу. Сейчас записку прочитаем. И 4 раза получается, да? По идее. Да, 2-я подсказка. Читаем все. Записка дамы. Угу. Джек, просто тупой осел. Мы все знаем, что он помогал сержанту прятать добычу, но предал его, чтобы спасти свою шкуру. Он может сказать, что просто выполнял приказ, но правила субординации на вонючих лжецов не распространяются. Иногда он врет, это сразу видно. У него тик начинается, как те минуты, когда он блефует в покер. Я помню, как сержант учил нас играть в покер. У каждой карты есть свое число, даже если оно на ней написано. Туз – это 1, валет – 11 и так далее. Пятеро карт образуют отряд, совсем как мы пятеро. Особенно мне нравится, что у дамы номер 12. На единицу больше, чем у валета. Это логично. Пошел он в жопу, этот валет. Он меня не достоин. Кроме того, даже если он не соврал насчет сержанта, мне нужно заканчивать колледж, чтобы понять, что на троих добычу делить легче, чем на четверых. Ого, давайте теперь записку. 2-ю подсказку почитаем. 2-я подсказка сержанта. Ну-ка. Следующую подсказку я спрятал в сейфе, к востоку отсюда, в красном доме. Его нужно открыть с помощью кода. Такой, который легко запомнить. И раз ты такой небожный человек, сержант, то ищи на юге знак. Когда увидишь его, просто сосчитай ракеты в долине, затем кратеры на Луне и, наконец, звезды внизу. Ого. Я так понял, что нам сюда. Красный дом. Какой к черту красный дом? Ах, вот какой красный дом. Красавчик. Красавчик. На юге нужно искать знак. Стоп, а это кто? Туз. Записка стрелка туза. Ладно, сейчас посчитаем. Это, так понимаю, наш знак. Точно, сосчитайте кратеры на Луне. Получается, это ракеты. 1, 2, 3, 4, 5. 3 кратера и звезды. А вот и звезды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается, 5, 3 и 6. 5, 3 и 6. Угу. Ну-ка. Пять, три и шесть. О, открыли. 3-я подсказка. Давайте все... Ух ты, тут еще лута. Валет, дама, туз. Их кликухи — это карты. Ну-ка, что нам поведает туз? Интересно, какую рожу скорчит дама, когда мы лишим ее доли? Она думает, что я по ней сохну. Сучка ни о чем не подозревает. Мы с двойкой сможем поделить добычу пополам. Надеюсь, он разберется с этими подсказками. Мама всегда говорила, что он у нас умник. Лучше всего то, что он мой брат. Плевать, сколько там припрятал сержант. Двойка мой брат. Он никогда меня не предаст. Да, мы видим. Мы видим, как он его не предал. Теперь давайте читать подсказку. 3-я подсказка сержанта. Ну, давай. Основную часть добычи я спрятал в другом сейфе к северу отсюда. В одном из автобусов. К северу. Это наверх. Которые стоят под мостом. Достать все предметы из списка было непросто. Но игра стоила свеч. Насколько мне известно, туз, двойка, валет и дама понятия не имеют, что я спрятал. Там есть пушки, ценности, журналы с грязными картинками. Плейбой, что ли? И один особенный ствол, который я нашел в Посейдоне. Это натурально какая-то пушка-молния. А код от сейфа? Запомнить его так же просто, как и выстроить карты по порядку. Хм. Выстроить карты
по порядку. Я так понимаю, мне туда? Карты. Ха. Может, эти записки? Это карты. Их нужно выставить, потому что каждая записка... Туз, валет, это цифры. Ага. Так. Там рейдеры. Но нам нужно под мост. Но это явно не в меня. Меня еще не заметили. Двойка! Вот этот гад. Четырехкратный. Ого, вон с кем он воевал. Рат-таракан. Угу. Записка стрелка двойки. Патроны, стимуляторы. А наш сейф, друзья, находится здесь. Угу. Ну что ж, давайте расставлять и почитаем его записку сейчас. Вот что делает жадность с людьми, ребята. Записка двойки. Ага. Я нашел сейф, но не могу разобраться с последним замком. В подсказке вроде сказано, что нужно расставить карты по порядку. Карты по порядку, я, кажется, понял. Какие к черту карты? Кроме того, мне все время кажется, что за мной следят. Может, не надо было оставлять подсказки в других сейфах? Ну ладно, я их оба запер. А в Содружестве не найдется никого, кому хватит ума их открыть. Ага. Валет, дама, двойка, туз. Дама рассказала, что она идет 12, валет 11, двойка, а туз это 1. Получается по порядку 1, 2... 11-12. Ну-ка, давайте попробуем. 1-2-11-12. Вы открыли сейф? Да! Плохой расклад. Воу! Гибельный звездный карабин. Карабин? Карабин-карабин. Увеличиваю урона болотникам и насекомым. Ого, урон по умолчанию 62, но у меня там прокачан был. Дальность, скорее всего, можно улучшить. Вы посмотрите. Вот это да, вот это большая пушечка. Ого. Записка сержанта. Давайте последнюю записку прочитаем. Записка сержанта. Кажется, отряд что-то заподозрил. Туз и двойка всегда были надутыми индюками, а дама просто делает то, что скажет туз. Черт, теперь даже валет смотрит на меня так, словно я трахнул его сестру. Да вот смеха-то будет, когда эти недотёпы узнают, что я приготовил для них подарки. Они весь год жили, рвали ради отряда, а я хочу доказать, что я высоко это ценю. Особенно ценю то, что сделал двойка. Он ведь спас меня, когда на нас напали рейдеры. Вот почему его ждет особый подарок. Я знаю, как он ненавидит наших шестиногих друзей. А ведь этот звездный карабин – многофункциональный паукошокер. Дядя Сэм вроде бы поручил Посейдон Энерджи создать это еще до войны. Я нашел его довольно давно, во время налета на старую лабораторию. Но никому про него не рассказывал. Во-первых, он опасен, и я не хотел, чтобы эти новички поджарили себе руки. Кроме того, такое сокровище должно достаться тому, кто его заслуживает. А его заслуживают только мои люди. Мы с ними через многое прошли, и теперь я хочу наградить их за преданность. Вы понимаете, он хотел их наградить, а не взяли. Его убили. И друг друга перебили. Офигенный мини-квестик, черт! Фу! Я офигел, друзья. Ладненько, давайте протестируем пушку. Вот так вот, друзья, эта пушка выглядит непрокачанной. Давайте немножечко постреляем.
Мусорщик. Лови. Сложность максимальная. Не, ну понятно, в принципе, уровень у меня высокий. Стреляет как ракетница. Черт, давайте ее прокачаем. И вот после модификации. Увеличенный ствол. Уникальный снайперский прицел. Удобная снайперская ложа. Но там можно его еще переделать на автомат. Это пипец полный. Ладненько, давайте протестируем. Уровень 55. Оу! И сложность максимальная. Мой маленький. Да, друзья, с таким стволом на болотников можно идти смело. Этот крутой ствол у вас появится только тогда, когда вы приобретете в клубе творчества Fallout 4, друзья. Не забывайте. Лучшие дополнения и модификации только в клубе творчества. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте! Счастья, здоровья, всем пока!